В дальневосточной столице стартовала эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Приветствуя спортсменов, губернатор Приморского края подчеркнул, что проведение таких соревнований прошлым летом в очередной раз показало, насколько востребован детский спорт в Приморском крае. В соревнованиях будут участвовать 10 субъектов Российской Федерации, это наши земляки дальневосточные. 5 стран представят свои команды. Самая крупная команда будет из Китайской Народной Республики. 127 человек будут представлены в различных видах спорта. Я уверен, что все 30 муниципалитетов, кто представил свои команды, покажут достойный уровень. Олег Кожемяка добавил, что зимние игры дадут детям еще один повод верить в свои силы и знать, что спорт в Приморье динамично развивается. Занимаясь спортом, вы можете достичь мировых рекордов. Мы, безусловно, будем продолжать уделять внимание спорту. Спорт – это посол мира, и поэтому именно ваше поколение, сроченное с ребятами в состязаниях с ближайших наших стран-соседей, будет в дальнейшем развивать нашу страну, развивать и строить экономику, социальную сферу Приморского края. В завершении церемонии спортсмены вынесли флаг первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Почетное право нанести герб Приморья на знамя соревнований было предоставлено губернатору. Олег Кожемяка передал эстафету следующему региону-участнику – Хабаровскому краю. Напомним, первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут во Владивостоке с 18 по 23 февраля по инициативе губернатора края Олега Кожемяка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.